Привет. Мы приехали в гости, по дороге заехали. В общем, мы едем отдыхать, заехали мы. Всем привет! В общем, вот так. Да, в общем, мы посчитали, нас здесь 25 человек. Короче, значит, вас семеро. Нас семеро и Наталья 11, 25 человек, а взрослых у нас получается 2 и 3. В общем, 7 взрослых только на 25 человек, остальные все дети. Вот, да. Тут уже одни блогеры побывали, Голубевы были у вас, да, Дианка? Они снимали все, потому что ходили плохие слухи про Наталью Сергеевну. Да. Озвучь, Наталья Сергеевна, какие там слухи ходили? Ну, это с нашей, наверное, подачи ходили такие слухи. Когда мы ремонтировались, значит, меняли окна, значит, без окон. Меняли двери, значит, без дверей купили. Да. Нет. Смотрите, как они красиво все сделали. Такая спальня, светлая. Здесь девчонки у тебя, да? Да. Ой, прям вот. Купили мы, ну вот ладно. Так живут с легкой подачи, как сказали, бомжи-то, да? Бомжи. В общем, переехали из нашей депрессивной Ивановской области. Солнечный Краснодарский край. Хотим вот дождя. Такая красота. Дождя. Нас уже замучили эти дожди. У нас тоже было тут прохладно, по двадцатнику. Было холодно, прям реально. Двадцатник. Так, собака прибежала. Ты и я. В общем, вот. Ты это уже все новое покупал, вот эти все шторки, я все, да? Я всю зиму шила. Шила? Шила. Шила сама, да. Как сама? Ты что, Лёва? Ну, заказывала именно. Ну да, не купя дом, у меня же голова-то дурная, я еще дом не купила, уже шила. Все со вкусом, Наташа, такая ты умница. Прекрати. У меня все это еще впереди. Всё мы пока будет. Мы даже без этих живем, без жалюзи, потому что... Все будет, но не сразу. Конечно. Жалюзи тоже надо. Пока... Слушай, плохое покупать не хочется, а на хороший денег пока не хватает. Ну, это чей у тебя тут кабинет? Ну, это мы планировали свой кабинет, мы же все равно... Вам надо музыкальную студию делать, да? Слушай, да. У нас цоколь еще есть 6 комнат, мы только окна пока там, пока либо нету. Все равно дети будут петь. Да. Так, это у вас, типа, мальчики тут, да? Мальчики, да. Ну, слушай, вам еще можно, у вас нет, еще место нет. Есть. Здесь мальчики у нас живут, трое маленьких. Арсений, Артем, Руслан. Три маленьких. А старший, Тёма, отдельно? Старший Тёма вот выпросил диван, сказал, что у меня отдельная комната. Это есть. Вот где с компьютером-то? Мы хотели просто как бы кабинет сделать, потому что я же аниматор, я же сижу, бывает, ночами. Пишу сценарий. Я же здесь я тоже не брошу эту свою работу. Да. Наталья Сергеевна проводит офигенные праздники. Вот. Детские пойдут в основном. Пойдут ли здесь и за мной потянутся, не знаю. Потянутся. Остается, слушай, но я пока передохну, праздники чуть-чуть. Любят все. Подписал? Вот ты, сыночек, ты умница. Вот умник. Здесь у нас холл, мы здесь не живем. Ну, то есть вот пока сейчас нас много, так мы здесь ночуем. Ну, понятно. Да? Мы сегодня, между прочим, можем и на море смахать. До Морозовского. Здесь у нас вход, вот у нас дом тут удачный, здесь у нас вход. Это уже Голованова припасли на поход. На море мы едем. Правда, не знаем когда, ждем Люку. Это вот у нас второй вход. Это вот машина Головановых. У них что за машина-то? Не знаю. Как у нас, что ли, Ларгус? Да. Мы тоже на Ларгусе приехали. Они прикатили, тоже не... Так, Настенька, помоги Руслану, пожалуйста, вылить. Дани, пошли, сынок. Пальчики в прихлоп не надо. Пойдем, Данечка, пойдем. Мои тут хвостиком обследуют домик. Вот, какой большой, да, красивый. Вылей мне его, пожалуйста. У нас примерно такой. Да нет, у нас не такой. Там есть большой. Даня? Есть. Все, давайте выливайте, идите. Машинка там. Там машина просто. Там машина. Люб, здесь у нас вторая кухня, но мы ее использовать хотим как хоззону. То есть мы холодильники сюда подшить, погладить я здесь хочу. То есть мы первоначально кушаем. Камеры холодильные, да? Вот несколько камер холодильных, холодильники. Можно, это вон, видишь, три холодильника, две камеры. Я бы это припасала, чтобы там
Вот, и вот мы здесь... Слушай, ну вот на самом деле две кухни не очень-то удобно, правильно, для одной этой семьи? Так она мне нужна. Бегаешь туда-сюда, она. Да. Ну да, нет, во-первых, уборка, а во-вторых, а слушай, Люк, а куда нам деть-то вот продукты, нам мало одного холодильника. Да. Русланчик. Русланка. Катюш, посиди, пожалуйста, с ними, а. А то все взрослые ушли. Это такая лягуха тут, булочки. Мы здесь от темноты спасаемся, да? Это мы не знаем, чего. Это какой-то коридор. Это какой-то коридор, прихожая. У нас обычно в квартирах, которые пишут в комментариях люди, они живут в обычных квартирах. Так там, наверное, мамина... вот эту прихожую надо поделить на несколько частей. Да, это мамина вот спальня. Да. Это уже целая квартира, правда? А я мамке говорю, у тебя трёшка тут. Да. Вот тут опека приходила, я и забыла показать эту половину-то. Мы прибежали, они запутались. Угу. Это вот холл, это вот Арсюшина комната, да, Арсюш? Ребенок необычный, живет отдельно. Показали ему спальню, еще не привезли. Что-то вам заказали. Ну, кроватка есть. Ну, да, как требование-то? Спальное место, чтобы было? Не-не-не, мы заказали кровать. Понятно. Спальню ему, тоже так гонку красивую. Вот. Вот Наталья Сергеевна. Говорят, наверное, пожалели, что все продали-то. Пожалели. Давай, Руслан, да. Руслан, давай на улицу, иди. Я говорю, чего жалеть? Те старые квартирки, которые в Кинешме, халупки были, да? Нам тесно было, Люб. Конечно, мы тесно. Бежали. Нас никто не гнал, мы же, я уже говорила. Нам было там комфортно, нас любили. Здесь все это наработать придется. Но нам было очень тесно. Тесно. Тем более мы это поняли, когда стали подрастать. Слушай, дети. У меня еще, знаешь, это что? Это тоже какой-то холл. Да. Не знаю, как. Наташ, еще бонусом что идет? Земля. Ну, да? Здесь 800. О, всем привет, меня в зеркало видно. Здесь 800, так еще огорода. Вот. Правда, я... огород, это котельная. Котельная и гардеробная заодно. Тут ну, все вместе. Где-то да. От хозяев. Дом нам, конечно, в Томске Люка оставили. Сергей Витальевич недовольный. Так не, вы что его сняли. Что, я что, поэтому... А? Что, на улицу пойдем? Пойдем, да. Опять Русла, а, холодно, видите, говорили. Не выпускайте тебе подгузник ходим. Ну так вот оденьте тогда и трусики. А есть какие-нибудь шлепанцы, а то у меня кроссовки. Вон мамина одевает. Это которые? Подожди, здесь вот одна, кто-то уже одевал. Так, с утра, короче, кто первым встал, того и тапки. Спасибо. Вот у нас так. Да? Ничего. Вот у меня тоже почему-то тапочка, но одна. Их кто-то тут принашивал. Я вот Витя надела. Так, спускаемся. Их кто-то носил. Одеть тоже с ласточкой. Привет. Даже носки. Ребенок. Ты кто? Вот видите, с этой лестницы уже у нас шлепнулся. Аленочка. Так, мы теперь на больничном. Это Алена Любина. Терька, Терька. Это Терри наша. Мы доченька с ним уже знакомые. Моя. Доченька моя. Киса местная или тоже? Киса откуда? Наша Рита нам подарила, которой мы ездили. Троих кошечек. А, Рита, это Рита в одноклассниках у нее там ник Сова был, да, у Риты? Да, да. Ага. Из-за нее же мы переехали. Ну, она тебя вот сподвигла, да, на такое. Да, папа, мы познакомились, к нам вчера уже девчонки наши приезжали с привольной. Видите, у нас бассейн уже, видите, налил. Батут все для детей. Ну, батут это мы еще оттуда слезли. Ну, понятно, что у вас там было. Еще много, Люб, чего мы не сделали. Мы вот в огород вообще не заходили, нам некогда. У меня вдохновения хватило только на дом заделать. Вот Серега меня, Голованов подвигает, давай доделаем. Не могу, некогда, не хочу. Открою, здесь летняя кухня. Здесь Витька спит у нас. О, ребятенок дрыхнет. Угу. Старший, Тёмик, да? Он курит прямо здесь, да. Вытереш это. Здесь у нас комната пока. Ну вот мы вот, я не могу. Зайду сюда, склады. Посмотрю 10 минут и ухожу. В цоколе надо бы все убрать. Вот, но начнем. Слушай, как ты сама сказала, все со временем и все будет. Да нет, надо, Люб, что-то у меня вдохновение закончилось. Здесь у нас огород. В огороде мы тоже не были. Здесь... Ну у вас плодовых этих деревьев, наверное, много. Ну, много, но надо уже, Люб, это, мы вообще ничего не делали. То есть у нас вот здесь бордель, мы закидали, вот у нас осталось только вот здесь разобраться. И вот в этих двух комнатах. Тут вот гарнитур мамин старый стоит, туда можно, как бы в летнюю кухню. А так вот у нас там пруд есть,
тоже как-то обезопасить надо убрать. Ну, закрыть его, чтобы дети... Дима же, скажи, что нельзя. Только не говори. Да, у соседей вон как чистенько, а у нас, конечно, бордель. Но это вот мы уже детей в школу отправим и начнем с Вити здесь выпиловку, всякое косение, хотя косили нам как-то просто... Ну, слушай... Слушай, мы устали, мы сдохли, мы год готовились. Понятно. К этому переезду, переехали. В Кинешме, где за нашей землей походишь и походишь, твой огород можно было в образцы ставить, правильно? Да, я все сделаю, пока нету. Да, а здесь... Только начать, а дальше нет, там... я просто реально устала. Вот пока это... я вот про отдыхаю. Краснодарскую землю знаешь, что говорили? Очень тяжелая земля, конечно, нет, если честно. Плюни, все растет. Да, но очень тяжелая. Вот на лап... Нет. Так попробуйте воду-то. Нет, не солил, они не пробуют. Вода-то же у нас необычная. Ну, можно выплюнуть на язык. Так что вот ничего вот здесь вот мы и не делали. Ну, черешню мы ели, черешню у нас была, вот груша. Но в этом году нам не повезло, у нас ни абрикосов, ничего нету. Отдыхают, видать, они тоже имеют свойство отдыхать. А здесь у нас бардак. Вот Главановы меня... Вон тут две груши висят. Да. Главановы меня сподвигают, а я ну никак еще не могу. Я что-то вот правда... Видите, как упал у меня с лестницы? Он ушел на больничный, а я в отпуск, видать. Вот так. Все. И у меня все вдохновение на этом закончилось. Не хочу ничего. Слушай, здесь у нас вот туалет ли, это уличный. Ну, дырка, правда, обычная. Мы поставили унитаз. Ну, в кафеле. В общем, мы еще не пользуемся, так особо чистоты нет. Вот, а здесь душ. Палас мой лежит. Ну, в общем, тоже надо все это. Ну, нету. Вот таких вот у нас комнат, 6 штук еще. Вон здесь, вот смотрите, и велосипеды есть где поставить, и все есть. Вот таких у нас комнат 6. Одну покажу. Поставили только окна. Вот так вот ты скажи, что ты 6. Окна-то ставили в цоколе. Везде мы ставили. Везде? У вас, вы везде меняли? 4 да. было здесь готовых. Мы 25 ставили наименований, двери вот меняли. Вот таких комнат у нас 6. Этот вот подкопанный. Может быть, мы здесь даже бассейн со временем поставим. Окна тут вставлены. Ну, комнату музыкальную хотим, спортивную, чтобы раз и туда, чтобы не было ничего. Вот так, Сергей Витальевич. Там ход второй. А ты все боишься. Чего? Так-ка я ему... Мы тут смотрели дом. Ой. Дубань, сумма вот для нас сказочная, слушай, но такой дом. Я вот когда приехала вот сюда, Вите не понравился дом изначально. Он был, ну, заехали колхозный такой, как бы, знаешь, вот эти беленькие занавесочки. Меня впечатлило, что здесь вот асфальт заложен. Что здесь забор и вот эти. Я посчитала, что вот это стоит столько. Хотя он по кадастру много стоит. А купили мы его ровно за половину цены. У вас столько кисок. Кисок столько, говорит. У нас 3, у нас 2. У нас... Сережа. Пушистик, что ли? Я даже не знаю, как их зовут-то. Кота Сережа? Сережа, да. Рита так назвала. Мы же теперь не можем... Переименовать-то, да? Машина у нас не убирается в гараж. Так у нас тут вот. Она у вас по высоте не входит, да? Ну вот прям вот снять эту бандуру входит, но прямо только-только, то есть опасно. Вот, Сергей Витальевич, и прямо как в твоем гараже. А? Да я над Сергеем Витальевичем прикалываюсь. Значит, себе купить Мерседес планирует. Где бы на что бы купить-то? Вот, ну знаешь, тут как-то сбоку получается. Нет, ну низковато для гаража, конечно. Они строили, наверное, под маленькую машину. Там и яма такая хорошая, но вот места маловато. Слушай, вам просто сделать этот... Вон дети у нас, видишь, всю машину разрисовали. Похудожничали. Теперь у нас арт. Обцарапанная? Обцарапанная. И у нас также. И у нас также. Девчонки пока играли. Я даже плакала тут. Мне так жалко было. Это же деньги лишние. Я не плакала. Хотя... Я уже не плачу. Нет, мне тут сказали, что это же не влияет на ходовое движение. Ну, да, да. Кассе. Зато арт-дизайн. И у нас также. То же самое. Ну, в общем, и все. Вот так. Давай заканчивай съемочку пока. Thank you.